сегодня порекомендую такой канал под названием Spider Nails и Nails, я не знаю, как это искать. Снимаю видео по Майнкрафту, всякие разные карты, прохождение паркурной карты, обозревание модов, вот плей по Майнкрафту, баги по Майнкрафту, как делать сервер по КСС, начну искать видео. Нуба сервера, говорит, как снимать экран компьютера и многое другое. Привет, друзья и подписчики моего канала. Сегодня я хочу показать одну для тех времен довольно-таки очень хорошую, очень даже хорошую игру про Madness. Это Madness Regent. Эта игра довольно-таки очень сложная, но прикольная. Здесь вы играете Хэнком и убиваете всех. Это очень прикольная игра. У меня есть также вторая часть, я... Здесь музыку можно убавить? Здесь музыку нельзя убавить. Так, я убавил музыку, надеюсь, мне теперь лучше слышно, а не хуже. Если мне хуже слышно, то это очень плохо, ладно. Я хотел что-то увидеть, но я даже не знаю, что я смотрю там, посматриваюсь. Что я вообще хочу? Я уже забыл, что я хотел посмотреть здесь. Ладно. В этой игре вторая часть, это первая часть. Дабл джамп. Как стрелять. А, вот. Этой игре есть две части, даже три части, можно сказать. Только там одна из частей, это выживание просто обычно. Эту игру я очень много играл в нее. Я несколько раз ее проходил, это очень крутая игра, но очень сложно, очень сложно. Правильно, непривычно, но не тебя убивает одного выстрела. Ну как убивает? Вау. Вау. Прикольно начало, ну ладно. Оружие такое пройду. Покажу немножко этой игры, покажу немножко той. А что это после этого? Господи, Эва. Просто стреляй. Просто стреляй. Пиши. Пока я там. Я пока стреляю. Такой тоже прыгну. О, еще один. Агент. Уже бы и без красной очки. Смотри, я уже живу, типа, поймете, чем я говорю. О, человек уже много, что-то все сразу. Ай, все. Ну, дайте, идем. Расстрелим. Кстати, где патроны бесконечные, но вы где-то патроны бесконечные, что такое оружие будет мать. Тут, да и... Ну, сейчас звонит сюда кончик, я бы сказал, что это... Вот это дьявол, который всех вот спускает и сделает дом. Ой, давай, полем, если нет, то все будем вот так. Ну, не стоит, а не очень много. Когда на это время там не было, это пиротехника. Видите, ну, короче. Да, да. Можете на то? Все, вот. Ау. Ну, все, понимаете. Там уже еще на то, да, скажем. Почти тоже так офицеру. Не пальцы, просто сейчас обстрелят. Ну хорошо, я даже порабатываю тем, что если это не боюсь никто. Когда я буду очень долго выстреливать, но все так не так обстрелять. Ай, я как он вывел? Ай, ты сказал сам, как он стоял. Бежай. Ай, я забыл, как прыгать. Ай. Это один из так. Еще. Ай, сама, ай, сама. Угодно, давай тяжелучи, как мне все правильно. А если бы ты боя не можешь. Я, по крайней мере, не знаю, это был логичный, который не может ничего. А, ну бай. Ой, его выбрать.
Как будет дальше ужасно. Ты чем ты вроде можно молиться? А хотя он не хотел, понимаете? Ну хотя и нет. Но мы другого про него как-то пустим. Ну это очень дорогой. Конечно, ну и что хочется, мы поставим себе. Ладно, мне кажется, это все игре. Ну, это же это пока что первая часть. Новая мазуха. Продолжаем, следующая игра. Мадрес, часть 6, серия 1, изображаем. Теперь, ну, то есть, кстати, вот это Мадрес, вторая часть, я должен же теперь его здесь подойти. Мне кажется, это вторая. Окей. Можем играть на мат, мы не можем играть на мат, ну я как правило просто, потому что мы добились на играли, на не играл бы, чтобы выиграть. Надо их снимать, как я чувствую делать. Значит, не знаю, графика такой, чтобы становиться похуже. А так, мы с этой замочкой, мне кажется, не там узнаем, правильно? Тут грант танцует под музыку, не посмотрел первый самый. Там из тебя вообще что-то даже значит. Я, может, кстати, когда меня в граунде. Вы уже на YouTube видите, у меня 100 портонов теперь, а значит, вот я уже забыл. Уничтожу подобие, умри, это уничтожу подобие, нас какой-нибудь патроны. Проматываю. Дай свои патроны. Спасибо. Умри. Ну потом кофе будет. Он меня бросил. Дробовик, взять, быстро. А чё ты, это не то же оружие, которое подойдет. Дышь. Неплохое оружие, да. А чё ты хочешь, да, быстро поглазить, быстро. Не то, что это не то. Играется в синий дигла. Попробуем прям сесть? Он подрывает, дай мне поднять, спасибо. Ай! Блять, я никогда что-то делал, он хардовый, но не очень хардовый. И она хардовая, согласен. Но, потому что я делаю. Я хотел бы он скрыл. И где, потому что я очень много играл. Я даже не могу сказать, как раз я приеду. А это было очень много игроков, просто... Не знаю, это была самая одна игра в романсе. Даже больше, чем интерактив. Давай, бери! Ай! Другой сейчас, который занял, он должен быть нравится, но он занял. Мы должны будем брать руки, но сейчас мы будем.
Да, много. Ой, мое оружие. Не знаю, когда я раньше играл, у меня все было нормально. Ай, не падай. Ну, там делаешь, получил. Знаешь, я не сказал, что мне нравится. Ай, не нравится. Это просто мне нравится. Мне не нравится. Ай-яй-яй, сволочь. Ну, хотя сложно, но не попало. Ай-яй. Ай. Он уже так чуть не будет ходить, но пока нет. Да, если ты не идешь. Нет, нет, нет. Я же честно. Да, вот и пятая, я уже не помню. Вот и пятая. Я больше говорю, ты Андреас полил пятая, я еще не помогу. Пятая. Ой, что я могу убить? Ах ты чувак, я тебя не могу убить, наверное, давай на очередь. Да, он вам сюда не помогал. Ой, я могу ударить. Ой, ладно. Это все, всем пока, всем пока.